вести, чтобы человек повелся, он должен думать, что все опа. Так нет, ты почему начал рукой дергать? Чтобы нарваться на финт? Нет, вот что я тебе показываю. Я тебе вот что показываю. А что, я сейчас только вот так сделал, что ты своими руками машешь? Потому что очень мало времени, чтобы правильно оценить обстановку. Весь проблема-то в этом, понимаешь, нет? Если бы ты видел и как-то непонятно как, что это действительно будет так. Поэтому я когда делаю, что ты лезешь? Ты вот даже сейчас не знаешь, буду я тебе по руке резать или нет. Че? Человек лохуется, даже вот на медленных действиях фокусы показывают, он нихера не видит, не понимает. А это то же самое. По поводу атаки в ноги. Коснись меня, как будто это атака в ноги. Ну, я подальше встану, и ты вот теперь сделай. А, сдержи ногу. Вот видите? Какой может быть размен? Вот эти рисунки со шпагами, они есть там. Лохматого года. Второй рисунок, он вот такой. То есть, если вы вот так вот стояли, нормально в боевой стойке, и он вдруг начал тыч, его можно одеть, да? Чувствуете, да? Вот. Поэтому, если вы хотите пугануть человека туда, вот человек встал ровно по стойке сидера, он прямая. Вот касательная от плеча круг рисуется. Вот тут я его достаю. А ног уже удаляюсь. Логично, нет? Соответственно, я становлюсь к нему боком, сохраняя корпус, чтобы к нему не клевать, сажусь и делаю вот так. Тут я уже очень близко. Тут на суете можно не понять, достаю я его или нет. Ну и он, если ему не придется как-то менять направление, он просто так, уже надо тянуться плечами сюда. Для того, чтобы человека там обмануть,